Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, район вокзала. Давайте смотреть новинки вместе. Светильник с кабелем USB за 199 рублей. Сенсорная кнопка выключения и три режима яркости. Вот такой мишка классный. За 199. Строительные палочки. Развивает моторику ручек. Удобный способ крепления. За 199 рублей. И такой тяжелый. Там, наверное, или их много, или они металлические. Нет, состав полипропилен и ЭВА. Возможные варианты сборки. И что входит в набор. Еще один вариант. Опять новая игрушка мягкая. Единорожек за 199. Или еще кто-то в колпачке. Непонятно. Артуры. Набор для рукоделия. Пряжа, наполнитель, спицы, игла, нетканый материал и инструкция. Входит в набор. За 199 рублей. Возможно, здесь есть еще какие-то варианты. Ну, по крайней мере, я больше не вижу. Стоит елочка и не подойти. Ладно, не буду. Коробка для хранения складная. 28 на 28 сантиметров. И яркая такая. По-моему, я хочу такой. За 99 рублей. Здесь можно разные выбрать рисунки, потому что зеленый мне совсем не нравится. Вот такую бежевую, наверное. Но мне надо посмотреть, какой у меня там размер и сколько мне надо штук. Джемпер детский 128 на 68 за 199 рублей. Состав 100% хлопок. Посмотрите, какой яркий, тоненький. И разные расцветочки. Есть вот такая расцветочка. Зелененькая, серенькая. Это все для мальчиков. А то все у нас для девочек. Для девочек, для мальчиков не было. А вот теперь для мальчиков привезли. Хотя нет, для мальчиков тоже очень много. Лаки для ногтей новые привезли. Различные цвета. За 55. Яркие есть. А вот как елочка зелененькая. У меня очень много лаков с Fix Price. $55. Зеркало настольное. Посмотрите, какое. За 199. Трехъярусная, двухъярусная, третий ярус уже зеркало. Интересный вариант. Появились обложки на паспорт. Я так искала долго обложки на паспорт. Купила в киоске, в газетном. А здесь вот появились, смотрите, разные. Очень много вариантов. У меня вот такой под рептилию. В ассортименте. Кому надо, приходите, смотрите. Очень много, все не покажешь. Термосалфетка.
44 на 29, изготовлена из пробки и полипропилена за 77 рублей. Различные надписи по ней у нас 3 видов. Настоящему чемпиону пена для бритья для чувствительной кожи 300 миллилитров, 199 рублей. Кстати, у меня недавно кто-то задавал вопрос, что купить мужчине на фикс прайс на праздник. Вот, пожалуйста, очень хороший подарок, очень хорошо выглядит. И 199 рублей. Совсем недорого. Вот такой сейчас я приобрету. У нас новый Ленор. Суперконцентрат. Золотая орхидея. Свежая постель каждую ночь. По одной неделе. $99. Скандинавская весна у нас всегда была, наверное. А может и нет, не помню. Еще Е. Персил. Колор. Так, здесь немецкий стандарт качества. В капсулах. 12 штук капсул здесь. За 199 рублей. И вес 276 грамм. И Ариэль вот такой тоже по 199. Вот это новинка. Отбеливатель пятновыводитель. Пюре или пуре. С активным кислородом для цветного белья. За 55 рублей 600 грамм. Внучке в школу надо какие-то подарочки, сувенирчики дарить друг другу. И вот я решила купить вот такие магнитики на холодильник с предсказаниями. Вот их здесь 5 штук. «Сотри меня». Они сотрут. И что их ждет в следующем году. Узнай, что тебя ждет в новом году. Очень даже, мне кажется, миленькие, хорошие подарочки. За 55 рублей. Смотрите, какой шоколад. Кит-кат. Классный. Есть обычный такой. И вот такой золотой. Так, и стоит он 27,50. Вот такой можно в подарок взять. Положить, я имею в виду. Я такого не видела. Какие-то кедровые леденцы для горла и иммунитета. С лимоном, медом и живицей кедра. 10 леденцов входит. 32 грамма, 27,50. Найди дубль. 55 карточек и книжка за 199 рублей. Волшебные подружки и их любимые зверушки. Самая популярная игра теперь с волшебными подружками и их любимыми зверюшками. От 2 до 8 участников. Состязайся с друзьями и родителями. 55 карточек, 5 вариантов игры и подробности на сайте таком-то. Не просто развлечение, но и польза. Развивает внимание, наблюдательность и память. И еще такой набор. Щенячий патруль. Кому понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик.
А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.